Всем привет, с вами Ирина. Очень сильно меня просили снять видео и как можно быстрее показать, что же мы купили на выставке. Я купила два вот таких вот замечательных башмачка. И два у нас они с цветоносами. Очень классные растюшечки. Вот эта цена, ребят, 25 евро. А вот это вот растение, вот цена у нас 20 евро. Такие вот маленькие горшочки, такие вот крепенькие растения. Очень было много растений с цветоносами. Все видели предыдущее видео с выставки. Но я хотела вот именно с такими вот маленькими проклюнутыми только вот-вот цветоносиками, так чтобы эти растюшки, попутешествовав с нами, вернулись домой на Украину и порадовали меня еще своим цветением. Поэтому цветущие, имеется в виду такие уже, ну, распущенные растения, я не хотела брать. Я хотела именно вот такие вот, чтобы наблюдать всю вот эту красоту, как они будут расти. Ну, все, спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.